Всем привет, меня зовут Сергей Купыкин, мы на канале «Философия скейтбординга». Активно я катался с 2004-2005 года по 2010-2011. Потом у меня последовал такой затяжной перерыв. После этого перерыва я решил вспомнить, каково это быть скейтером, делать трюки, все эти ощущения. Очень соскучился по полетам, скольжениям, флипам и так далее. Мы решили сделать рубрику «Вспомнить все», и сегодня мы вспоминали мой любимый трюк, ну и, наверное, трюк достаточно любимый у всех, это кикфлип. Такой, наверное, является основой всех флипов в скейтбординге. Ну, собственно, будем вспоминать сегодня его. Начали мы нашу рубрику «Вспомнить все», наверное, с правильного, это сделали кикфлип по флету. Нагрузили потихонечку ноги, да, начали с флета. Далее мы решили потихоньку усложнять, запрыгивали на фифты, вот, после сделали флип на фифты. Когда мы начинали кататься, не было обучающих роликов на ютубе, как делать трюки. Все передавалось путем обсуждений, просмотров видеороликов. И все, что мы делали, это жали на паузу и делали такую своего рода раскадровку. И смотрели, кто как вытягивает ногу, как они приземляют трюки, уезжают, наклоняются и так далее. Из таких видео первое у нас появилось «Adio One Step Beyond». Вообще очень классное видео, такое одно из моих любимых, олдскульное. Очень часто я зависал вечерами дома и вот как раз делал эти раскадровки и смотрел, как профессионалы делают трюки, в том числе и кикфлип. Из такого со временем, что я понял вообще в целом, да, когда делаешь любой трюк, вот моя заметочка, и даже сейчас, после такого перерыва в катании, что всем советую, приседать всегда ровно. Вот центр тяжести должен быть ровно. Не заваливаться вперед или назад. Ну, в бок, в принципе, наверное, можно, если какие-то градусы крутите, да, там, с бэксайтом и так далее. Но если мы сейчас ведем речь о кикфлипе, то первое, с чего бы я вот так вот прям хотел бы начать, это ровно присесть, потому что флип, он всегда должен крутиться под ногами. И бывают, конечно, да, ребята, которые там делают его с вытяжкой, да, но это уже, мне кажется, нужно делать, когда ты уже умеешь делать просто ровно под собой флип. Соответственно, ровно присесть перед прыжком, щелкнуть и вывести, да, ведущую ногу. То есть мы делаем ровный щелчок и стараемся ногой пульнуть в угол доски примерно, да, вот в этот угол, да, ну кто в какой стойке катается, вот, и немножечко, так сказать, чуть-чуть слегка носок подогнуть так, чтобы немножечко доску вниз крутануть. Соответственно, у нас получается такой элемент, что доска подлетает, мы ее бьем немножечко вниз, и она тем самым переворачивается. Соответственно, если вы ловите ровно доску, то и приземление, и в целом флип закрутится у вас хорошо, если вы находитесь прямо над доской. Вот. Вот мой основной такой совет, что центр тяжести всегда у вас находится посередине доски. После чего перешли уже на кикер в выкидушку, постепенно нагружая наши ноги. Собственно, тоже получился достаточно неплохой сегодня флип с выкидушки.
самое такое уже финальное, это флип на книжке через скат. Ничего не бойтесь, катайтесь, не падайте, и все у вас получится. И покажи мое колесо, как гнилое яблоко.